Ты будешь целиться. Покажи, как ты будешь целиться, чтобы попасть в мишень. Вот так? А дальность на автомате ты не хочешь поставить? Итак, ты будешь целиться. Че, в натуре так будешь целиться? Пупок. Блять, сука, ты сколько служишь? 8 месяцев. 8 месяцев. Я автомат сколько раз держал-то? И это ты на какую дальность поставил? Это 3000. 1000? Точно. Молодец. Так. А если на 500? Надо меньше. Меньше? Бля, логично. Сука, бля. Так. А если серьезно, теперь давай. Ну-ка, прицелься, мишень видишь? Мишень. Мишень. Не те дальние? Да. Вижу. Видишь? Молодец. В принципе. Так. Только что? Какой ебет? А ты вот зачем так автомат держишь? Сейчас начнешь стрелять, тебе по рукам какой ебет по левой. Где левую руку надо держать? На каком месте? Вот тут где-то. Где-то тут? Молодец. Так. Че, целиться-то в итоге удобно, нет? А как удобнее будет целиться? Спонять точку там. Спонять? Молодец, блядь.